Здесь много лет назад ливневая канализация была, но с годами была запущена и закатана в асфальт. Власти озадачены проблемой и пытаются ее решить. Работы альянс-сервиса по устройству колодца и дождеприемной решетки вселили в нас надежду, что лужи конец. Однако надежда не оправдалась. Работы еще не закончены, успокаивает нас альянс-сервис. На днях должны найти место второго колодца и промыть ливневую канализацию. И проблема большой воды будет решена. Во всяком случае, будем надеяться, что дополнительных сложностей не возникнет.